Косуля. Сенечка жрет. И там? Кубыля. Где она? Вот она. Тоже что-то жрет. Там открыто или? Селя, тебе хорошо? Вкусняшка. Че? Которая и выломала косяк. Так звоните этим, я что с ней сделал? Самое прекрасное в этом мире – это ехать пожрать. Да, Тина? Правда, ты никуда не пойдешь? Хоть не важно. Я сижу в багажнике, потому что там мне не хватило места. Я бомж. Все, я все сказала. Мы идем в наш номер, который не знаем где. Тина, иди сюда. Вперед. Тут, короче, все через жопу. Никогда не живите здесь. Я не рекомендую. Тина, ты ошиблась. Тут почему-то 18 уже. 17. О, вот он. О, какой модный. Написано «Аристократ». Арарат. Арарат. Никогда здесь не живи. Поняли меня? Заходи, собака. Залазь на кровать. Мы за тебя заплатили. Можешь спать на кровати. О, нет, смотрите, телек нормальный. Короче. Ой, это что, извините, я здесь буду спать? Это вот так? Нет, вот так. А, о. Давайте, Эльвира. Мы его пока соберем. Да. А ну что, кто-то на него может хорошо... Тина, короче, ой, извините, что я тут опилок насадила. Тина, не грызет мебель? Нет. Тина, иди сюда. За тебя уплачено, можешь делать, что хочешь. Какой спортзал? Да. Не, блин, ну почему? Блин, я, конечно, так хорошо прошлась тут. Да нет. А, я тебя, наверное. Это с меня. Ну, деньги уплачены, можем делать, что хотим. Тут, конечно, замечательный вид на какую-то помойку, но это все не важно. Главное то, что я буду спать просто на диване. Сидеть на этом стуле, смотреть на эту собаку и телевизор. А где этот-то, ё-моё? Холодильник. А холодильника тут нету, потому что это комфорт без холодильника. Вот какой комфорт без холодильника? Насрать на кондиционер, не жарко вроде. Этот, короче, без холодильника какой комфорт? Зато у нас есть ванная. Смотрите-ка. Смотрите-ка, что... А, у нас шикарный свет в ванной. Самый офигенный свет. Самый офигенный унитаз. Что тут? Ой, я поделал. Этот. Я тут буду мыться. Эй-эй-эй, тут есть затычка, боже мой. Не, в принципе, неплохой номер, но, блин. Какой? Что, в принципе, ничего такой. Да, здесь вот так все выжишь раз. Расположиться. А, точно, надувной матрас. Нормальный такой номер, но, блин, все равно какая-то у нас эта жопа вышла. Главное, к нам будут ходить и мыться всем табором. Что-то... Тина, ты лучше я играла. Покажись, как ты. Тина. У нее зачесалось ушко. Ей не до мелочей. Но вообще Тине номер понравился. Сидеть, сидеть. Сейчас я. Служи. Замерла. А как тут удалять-то? Вот тут вроде спереди, а вы что-то не убираетесь. Так, давай, дайте мне. А это мой работник. Носит вещи, да? Что в натуре, попутали что, что ли? Смотри, какая. Она сразу бегу сюда прыгала, не делай, я спала. Она знала, как в этом. Она закричала, что почки пострадали.
Я, короче, прыгаю. Моя клевая? Да. А вот в аристократии можно прыгать и даже не задумываться. Я такая, Тина, делай, что хочешь, за тебя уплачено. Ну, я понял. На подушечку села. А что, тебе заработали? Мне кажется, нет. За такие деньги ничего не работает. Я понял, пощупал кондиционер, да. Они специально для кондиционера без опыта сделали побольше. Давай их откроем. Нет, одно не открыто. Слушай, профессия стриптизера простая и не пыльная. Вот это еще не в тему было. Папа, где ты? Там Лера ездит, Бушуева. А Мишина не знаю, куда делась. А, она вон там.